Shannon. Sayonara, marshmallow. Волшебный как-то. Серый. А, серый. Ты, блин, зачем так стал поворгарно, а? Серый, ты дурачок. Зачем ты мне копчешь рожу? Дурачок. Все, завтра. Так, смотри. Короче, я предлагаю, из этого дома уходить, из него смысла уже нет никакого. Но потом в него вернемся. Я думал, зомби-апокалипсис через недельку успокоится. По крайней мере, моя ставка на это. Ладно, пошли. Надеюсь. Я тоже надеюсь. Хотя... У меня забор есть. Ну, хорошо. Так, я знаю, где, я знаю, где источник чистой воды есть, вот тут он. Забором все обставили. Угу, смешно. Ладно, все, давай. Смотри, тут источник воды. А, ты уже сиганул. Молодец, красава просто. Я пить. Буду пить. А что тут булыжник? Не понял. Серый, что тут булыжник стоит? А? Что-то булыжник стоит. Я попью еще. Не бультыхайся только, как рыба. Сундук! Серый, все умеешь изображать, реально, все харе. Иди себе хорошо. Ты же хороший мальчик. Тем более, да зачем ты мне зомби-апокалипсис? Зомби-апокалипсис, блин, а ты... А как он... Тихо, тут какой-то сундук. Короче, это... Запись-то, кстати, идет у меня, интересно. Камера. Камера, ты глючишь? Нет, не глючит, камера. Тут зажигалки! Я, кажется, понял. Серый, дай зажигалку одну. Пожалуйста, Серый. Сундук. Я, кажется, знаю, что я с этим могу сделать. Ой, я сгорел. Так, Серый, знаешь, что можно сделать? Я из источника сейчас к тебе иду. Может быть, это... Мне тут вышел. Давайте, жду. Серый, где я ты? Я не могу. Ау. Тяжело подниматься, знаешь ли? Знаешь, что я подумал? Может, сожжем эту деревню и пойдем в другую соседнюю? Ну, если... Ну, да, можно, кстати. Ну, конечно, я думаю, что это зомби-апокалипсис... Она не так, наверное, заражена. По крайней мере, я так думаю. Там не слышно. Все, короче, разделяемся, давай. Что зомбарей можем гасить у нас? Все, поджигай. Зомбари! Я вас убью. Поджигай все, что надо. Ой, извини. Чем? Нет, ты иди другой дом жги. Ты жги разные дома. Я жгу один, ты жги другой. Это момент. Ай. Где зомби я сожгу? На. Зомбари, блядь, проще убить, они не могут. Зомби гори. Зомби, не подкрадывайся. Почему я тебя ударить не могу? Ты что, баг? Дом не хочет гореть. Видишь? Дождь, падла. Ладно, пошли сюда, подождем. Нет, у меня идея. Пошли, подождем окончание дождя. Гори. Все, дождь прошел, теперь можно уже поджигать. Прям адски поджигать. Прям ничего не боясь. Жители, если что. А там же жители как? В одном доме? Да. Ладно. Сожгем их тоже? Вдруг заразятся тоже. Давай спросим у них. Хотят, какой у них смерти хотят? Чтобы стать зомбарями и всем мешать? И, возможно, даже кого-то убьют? Или же они хотят умереть? Ну, нормально. Не достаю, Павел. Тебе пришлось, что я не достаю? У меня, блин, зажигалка уже почти сломалась. Нету. Пойди найдем другую-то какую-нибудь. Сейчас заползу к ним. Прошу у них. Зомбари, вы горите, да? Ух ты ж, черт. Ой-ой-ой-ой-ой. Горите дальше. Горите, я тебя подожгу. Тихо, Серый, ходи. Ты издеваешься? У меня почти зажигалка кончается. Житель, вы хотите умереть, чтобы я вас поджег, или хотите умереть от зомби? Что выберете? Что выберете? Лучше нас подожди, мы реально сгореть хотя бы. Реально? То есть так быстро? Ну, тогда, как знаете, сейчас все проходы выйдут. Давай я тоже изнутри их подожгу, вас подожгу. Нет, стой, сейчас сначала выйду. Попрощайтесь с своей жизнью. Прощайтесь. Вы были хорошими, наверное, людьми. Спасибо, пока. Так, о, вышел один, да? Удачи. Ура, я свободен!
Не, не на... мало. Ненадолго. Да они сожрут, они размножаются же, когда грызут друг друга. О, я сейчас умру. Себе дай хлебушка, пожалуйста, я подхилюсь. На. Ко мне иди. Срочно, у меня полтора сердечка. Спасибо. Они горят. Они сами были такие. Весело вам, жители, да? Нет, на самом деле. Зомбаря из угла не встретить, то меня убьют. Спокойно себе. Что мне сломалось? У меня остался борщ. Последний доедается. Ой-ой-ой-ой-ой, какие-то жесткие на камере лаги. Ты бросил своих собратьев, да? Не хотел с ними сгорать? Вот тогда ты умрешь так. Уходим, Серый, уходим. Это деревня сгорит. Прощайте, зомбари. Но вы умрете. У меня свободно всех зомбарей. Тут останется, конечно, остатки. Но их уже добьют правительство. Это уже не наше будет дело. А нам можно спокойно ходить в другую деревню. Потому что это... Мы... А, точно, мы же не сделали еще одного. А мой дом? Там с кирпича, не поджечь его. Я двери когда заберу? Нет, оставь. Дом-то еще пригодится. С петель снимешь, потом дорого будет починка стоить. Пошли в ту деревню. Хотя подожди, мы еще не дошли. Стой, обратно в деревню иди. Мы еще не дожгли. Мы еще не все дожгли ее. Давай, давай дожжем все ее. Сначала. Я не могу найти тебя. Я сзади тебя, я сзади тебя. Хорошо. До сочка через нее выберусь. Все, эти жители сгорели, которые тут были. Мирные жители, конечно. Но они сами выбрали такую смерть. Они, видимо, не хотели становиться такими людьми. Которые уже умереть просто... мучительную вот этой смертью. Мучительной. Честь, вот. Честь вам отдаю просто. Стоя. Прощайте. Где он? Где-то сюда. Вот он. Надо забор, чтобы поджечь, кстати, наверное, будет. Да, я подожду. Ну не сейчас же. Ну ладно. Грядки можно прожечь, в принципе. На камере глюки сильные. Видимо, ее немножко пожгло просто саму. Или не знаю, что с ним случилось. Поджигается все. Отлично. Горит. Ну как же. Давай, сгорай. Может, когда-нибудь выберем себе дом в другой деревне. Просто так жить там будем. Я вернусь в эту деревню. Да, я надо навести, потому что... Потом, я потом за свои деньги планирую строить это. Ну, вы дома. Так, Серый, ладно, хорошо. Ой, на камере жесткие люки. Ладно, смотри. Угу. Ты за свои деньги устрою не свой дом, я устрою похороны всех этих жителей. Все, Серый, я пошел в другую деревню. Ты где? Я иду за тобой. Дай еды еще, пожалуйста. У меня все нету больше ничего. Ладно, там купим еды. У меня 22 золота. У тебя деньги с собой? У меня... Сколько у тебя, сколько денег? У меня ну, сколько? Вообще нету денег. Нету с собой? Да, я потратил все на дом. Понятно, понятно. Жалко, конечно. Ладно, пошли. Хотим материал. В воде купнуться можно уже все. Нет зомбикалипсиса, нет. А, давай в лесочке посидим тут, поотдохнем. Не пойдем в другую деревню пока что. Давай отдохнем в лесу, Серый. Много мы сегодня сделали уже. Давай, Серый, отдохнем. Я иду за тобой. Нет, туда. Я тебя потерял. Стой, Серый. Вот, я иду. Где ты? Иду. А, все вижу. Тут отдохнем, давай. Я тут полежу, посплю, наверное.